dvhub.ru. То есть это понятная проблема. Они не отдадут и не уйдут, и они будут держаться до последнего. И там, вполне вероятно, что выборы 2018 года это лишь эпизод большой политической борьбы. Здесь надо мыслить следующим образом. Первое. Но мы-то никуда не денемся. То есть, окей, может у них получится фальсифицировать выборы, а может у них получится пропагандой запудрить мозги еще в этот раз, еще раз продать стабильность и надежду на лучшую, хотя казалось бы. И это может получиться. У них может получиться в 2018 году снова удержаться. Но мы-то знаем, что в историческом плане эта власть обречена и не права, да. А мы, за нами будущему право. Мы знаем, мы-то не изменимся, мы там свои ценности, какие-то идеалы, не расторгуем же на это. От того, что они там смогут теми элитными методами в этот раз победить и удержаться, коррупция не станет хорошим занятием, правда? Мы останемся. И наша политическая борьба продолжится, и рано или поздно в исторической перспективе, мы знаем, она закончится победой, потому что она обречена на победу. Это первое. Второе. Мы идем на выборы 2018 года без плана Б. Если ты идешь на войну, думая о том, как ты будешь отступать, ты обязательно будешь отступать. Мы ставим всю ставку на то, что зарегистрируют, что будут, что допустят к выборам, что в выборах мы поучаствуем, мы наберем очень много и сможем защитить и так далее, и так далее. На практике, в каждый момент времени, где-то что-то может пойти не так. Значит, мы соберемся, подумаем и придумаем, что делать по изменившимся обстоятельствам. Спасибо. Но сейчас мы должны работать так, как будто, значит, никакого другого варианта нет. Третье. Да, вроде как сами не отдадут. Но есть мировой опыт. Россия не уникальная страна, к счастью или к сожалению. Автократические режимы, подавляющие там свободу прессы, совести, собраний и живущие за счет сверхдоходов от экспорта сырья, распределяющие эти сверхдоходы среди узкой класса, узкого прослойки элиты, на которые они опираются, таких было уже, там, особенно в Азии, в Латинской Америке, десятки. И мы хорошо знаем, там, политологи знают, это просто объективное наблюдение. Они не умеют передавать власть по наследству. Чтобы передавать власть, надо реально, чтобы население жрало траву, и у тебя были массовые расстрелы. То есть надо быть там династией Кимов в Северной Корее или там династией Кастро на Кубе. А вот там все эти Пиночеты, Салазара, Франко и Сукарта, Трухили, они не передают, у них это не получается. Это вот такой политологический факт. Там, да, там Венесуэле явно не получилось, да, у Чавеса, хотя там гораздо более... Так, а как это будет, чем закончится? Ну, закончится тем, что его просто там на виллу поднимут и все. Сейчас, секундочку, достаточно спорно. То есть, этот режим в историческом смысле обречен и прекрасно это понимает. Никуда не денется. Победим мы его сейчас или в 24-м году, или в 30-м, это большой вопрос. Мы должны делать в каждом времени все для того, чтобы победить его как можно раньше. Просто из тех соображений, что чем раньше победим, тем проще будет починить. Потому что там, тем меньше они успеют украсть, тем больше у нас останется ресурсов для того, чтобы как-то, кстати, исправить и вернуть страну нормальные рельсы. Вот. dvhub.ru. dvhub.ru. Вячеслава Мальцева, который, по сути дела, говорит то же самое, что ну, как-то вы, то, что данный политический строй зажрался, пришел в тупик и ну, требуется вилы. Значит, к Мальцеву мы относимся по-разному. Мы далеко не во всем с ним согласны, но глобально он является, безусловно, нашим политическим союзником, мы общаемся, потому что человек, который говорит разумные и правильные вещи. Он говорит следующее. Нарастает очевидное и все большее противоречие между верхами и низами, и одни хотят все больше и больше украсть, а других совсем уже нечего взять. Мы видим, как выросли, блин, дети у Рогозина, Иванова, Патрушева, значит, Кириенко и так далее. Им реально надо все больше и больше, а из экономики можно выжить все меньше и меньше, и люди все беднее и беднее. Это создает революционную ситуацию. Я с Мальцевым говорил конкретно про его идею 5.11.17, да? А когда он говорит, там, он не говорит, что в этот день выходим и всех сжигаем. Он говорит следующее. Мы видим, что там, революционная ситуация нарастает, она становится такой, что реально из любой искры может что-то там бомбануть и сломаться, и начать там внутриэлитное противостояние выйти на какой-то открытый уровень. И
Этого не надо ждать, к этому надо готовиться. В этом смысле я абсолютно с ним согласен. Девушка. Хочу задать вопрос о свободе прессы, поскольку вы сказали, что в компании Навального вообще закрыт путь в российское телевизионное медиапространство. Угу. Допустим, если Навальный станет президентом, как он будет бороться с тем, что большинство вообще всех федеральных каналов, они являются прокремлевскими? Как будет проходить вообще преобразование? Свобода прессы. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Значит, есть некоторые вещи, к которым мы привыкли с вами относиться дико толерантно. И зря. Ну, то есть, выборы фальсифицируют, ну, мы привыкли, ну, фальсифицируют, да, учителя переписывают протоколы, ну, так здесь заведено. Это тоже вот выученное безбожие. Бюджетников сгоняют на митинги. И вот, а там федеральная пресса пишет о Навальном только плохо или не пишет ничего. Вот, это неправильная толерантность, потому что, я почему поставил эти вещи через запятую, потому что у нас есть 141-я статья Уголовного кодекса, фальсификация выборов. У нас есть 149-я статья Уголовного кодекса «Воспрепятствование участию в митингах» или «Принуждение к участию в митингах». И у нас есть прекрасная 144-я статья Уголовного кодекса, с которой я знаком особенно хорошо, «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов». Нам не надо ничего придумывать. То есть там Дмитрий Киселев не только телеведущий, он еще и генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня», в рамках информационной политики которого он осуществляет цензуру, запрещая освещать определенные темы, то есть совершая каждый день на работе с утра до вечера, с 9 до 6, уголовное преступление, предусмотренное 144 статьей Уголовного кодекса. Не надо ничего придумывать даже нового. Мы всех этих людей, отвечающих за информационную политику в стране, вице-губернаторов, которые по информационной политике, по внутренней политике, которые в каждом регионе есть, и там рассылают темники местным журналистам, об этом пишите, об этом не пишите. Мы их честным и справедливым судом, после реформы суда, осудим по 144 статье, и все будет хорошо. Нет, там нет лишения свободы, там легкая статья, там будут большие штрафы. Да, а то вы покормили. Да, так, друзья. Давайте последний. Щепетильный вопрос. А как вы будете планировать симбиоз с РПЦ? Как вы знаете, дело с Соколовским, Раковечкой. Yes. Вот, видишь, Олег, ты меня прервал раньше времени. У нас, мы бы сорвали, короче, потому что в Красноярске этот вопрос был, и таким образом на 27 открытиях был единственный вопрос, который прозвучал 27 раз, а если бы я закончил на вопрос раньше, то у нас было бы 27 из 28, а так все хорошо. Вопрос про РПЦ удерживает 100%, это единственный вопрос, который задавали во всех 28 регионах. Значит, РПЦ. Навальный отвечает на этот вопрос так, я поскольку это 20 раз слышал, то могу воспроизвести близко к тексту. Он говорит, я православный, и мою веру ничем невозможно оскорбить. Это мои отношения с Богом, мои личные отношения. Ну, то есть я за то, чтобы РПЦ жила и процветала, собирала деньги, пусть даже пожертвования не облагаются налогами, занималась благотворительностью, строила хосписы, больницы, строила церкви и так далее, но 14-я статья Конституции не лезла в государственные дела. То, что сейчас РПЦ взяла на себя функцию, а в ряде регионов не РПЦ, а, соответственно, там, муфтият, взяли на себя функцию следствия, прокуратуры и инквизиции, абсолютно недопустимо, это преступно, это ведет к адскому падению престижа РПЦ и, так сказать, духовных институтов. Там, дело Соколовского только одно из многих дел, когда епископ звонит в Следственный комитет и говорит, этого посадить, это ужасно и, в первую очередь, дичайше бьет по церкви. Друзья, спасибо большое. Реально у нас... dvhub.ru dvhub.ru. Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты по закону Алексею Навальному, надо будет собрать 300 тысяч подписей. Их предстоит собрать в период примерно с 5 по 20 января 2018 года. Ну и понятно, что чтобы в этот период хоть что-то собрать, надо заранее всех этих людей найти, заранее все их данные проверить, заранее с ними всеми познакомиться и поговорить. Именно этим будут заниматься все наши региональные штабы, которых мы откроем суммарно 77, в том числе и Хабаровский, наш первый штаб на Дальнем Востоке. Если говорить в целом про Дальневосточный регион, у нас здесь планируется, завтра мы открываем Комсомольск-на-Амуре, послезавтра Владивосток. Кроме того, у нас будет штаб в Благовещенске, Якутск, ведь тоже Дальневосточный округ, и в Якутске.
Ну вот Хабаровский получается первый. Координатор Алексей Ворсин, ну, человек, наверное, не нуждающийся в особом представлении, достаточно заметный в общественно-политической жизни региона, организатор многих важных мероприятий. У нас сейчас зарегистрировано всего уже 430 тысяч будущих подписантов, но, конечно, предстоит огромная работа, чтобы вот эти обещанные на сайте подписи превратить в реальные подписи на бумаге, и этим во многом штаб и займется. В городе Хабаровске у нас сейчас зарегистрировано 3000 подписантов, при этом план по сбору подписей мы ставим Хабаровску 6000. Можно на это посмотреть двояко. Можно сказать, что вау, штаб еще до открытия выполнил половину своей работы, ну а можно сказать, что еще очень большая работа впереди, и мы не сомневаемся в том, что штаб с ней справится. Зарегистрированных волонтеров у нас из Хабаровска около 700 человек. Из них, ну, наверное, сколько, я не знаю, я так не умею, человек 150-200 были сегодня на... Порядка 200 были сегодня на открытии штаба. Мы считаем, что это очень важно, потому что, ну, опять же, первое, ни у одной другой политической силы в России в Хабаровске нет 200 волонтеров. Просто нет, и вы это прекрасно знаете. Мы будем на них опираться в нашей компании. Второе, ну вот нам надо еще 3000 подписей найти. Но это значит, надо каждому там, до декабря, каждому из этих 200 по 15 человек сагитировать. Ну это легко или нелегко? По-моему, это вполне решаемая задача. Задача штаба будет заключаться в том, чтобы волонтеров координировать, их во всем помогать, им во всем помогать, снабжать необходимыми агитационными материалами, отвечать на вопросы, оказывать юридическую поддержку. Но сам штаб выполняет координационную, а всю агитационную работу будут вести наши замечательные волонтеры. Бюджет компании Навального сложился на данный момент в размере 49 миллионов рублей, которые мы получили в виде частных пожертвований уже от 40 тысяч человек с лишним, то есть вы легко можете посчитать, что средний размер пожертвования 1200 рублей. И три основных статьи расходов, на что мы тратим эти деньги, собственно говоря, это аренда штабов, именно поэтому наши штабы региональные, это небольшие помещения, а вот ровно то, что нужно для работы, то есть, как правило, наш региональный штаб представляет собой там, одну большую комнату, там 30-40 квадратных метров, где проводятся какие-то семинары, обучение, там, тренинги, занятия, и небольшую комнату, ну, для сотрудников. Примерно так, не помню точно про Хабаровский штаб, насколько он подходит к этому описанию. 45 квадратных метров, то есть небольшие штабы, но поскольку их в масштабах страны очень много, 77, то это для нас супер важная статья расходов. Вторая статья расходов – это зарплата координаторов. Всего на 77 штабов у нас предусмотрено 207 ставок, которые мы финансируем. Это по 4 ставки на города-миллионники, по 3 ставки на полумиллионники, как Хабаровск, по 2 ставки на небольшие города. В Комсомольске на Амуре у нас будет 2 ставки в штабе. Вот, собственно говоря, ну и третья статья расходов – это, собственно, агитационный материал. То есть те деньги, которые нам жертвуют сторонники, мы тратим вот по этим трем направлениям. Соответственно, основной акцент в компании на работу волонтеров, их всего у нас зарегистрировано уже более 100 тысяч человек. Я думаю, что к концу компании будет 250-300 тысяч. И это, опять же, тот ресурс, тот инструмент, которого ни у одной другой политической силы в стране нет. Мы очень этим гордимся, очень рады. Это очень сложно организовать работу волонтеров, потому что ты им не можешь приказывать ничего. Ты им не можешь навязать, делать что-то, что им не нравится. Ты должен, наоборот, прислушиваться к их требованиям и пожеланиям и помогать им делать то, что им хочется и нравится. Но мы уверены в том, что если волонтерская компания удалась, если волонтерская компания, если ее удалось правильно организовать, то она способна достичь гораздо больше, чем любая традиционная политтехнологическая компания. Потенциал ее гораздо больше. Алексей Навальный, к сожалению, не приехал на открытие своих штабов в Красноярске, Хабаровске, Комсомольске на Амуре, Владивостоке. Обязательно приедет еще, передает всем большой привет. Тут связано это, знаете, с послеоперационным восстановлением, после химического ожога и травмы глаза, которую он получил 27 апреля. Очень обидно, очень он сюда хотел, вообще во все штабы до сих пор, там, за очень малым исключением, он сам приезжал на открытие, ну, значит, Хабаровск приедет сам. В первую очередь, когда мы начнем второй раунд, кстати, объезда регионов, это, видимо, будет в августе-сентябре. Ну, тем более, что у вас такой прекрасный прием. Одно из самых лучших помещений для открытия. Вот по всем
до сих пор состоящим открытием Алексей, спасибо большое, плюс такое цифровое положение и отличные волонтеры, отличные вопросы. Что-то мы 2,5 часа разговаривали, нигде еще так долго не было, просто потому что вопросы были хорошие. dvhub.ru dvhub.ru. Когда нам говорят, что там принял с Сахой, оставил с атомной бомбой, удивительным образом все другие развитые страны мира сумели пройти за то же время тот же самый путь, только без миллионов погибших и без уничтожения собственного народа. Да? Товарищ Сталин один из величайших преступников в истории человечества. А что касается, значит, тем не менее, где брать деньги? Значит, у нас есть на этот счет подробные и понятные ответы. И два ответа я кратко сейчас изложу. Первое. Государственный бюджет Российской Федерации. 13 триллионов рублей по доходу, 16 триллионов по расходу, 3 триллиона дефицит. Госзакупки по 44-му ФЗ, то есть закупки государственных органов, 7 триллионов рублей. Закупки госкомпаний по 233-му ФЗ, 26 триллионов рублей в год. То есть почти, ровно 2 государственных бюджета по доходу. Программа госзакупок одной Роснефти 4,5 триллиона рублей в год. Как Роснефть закупает, мы хорошо знаем. У нее дыра в бюджете 3,5 триллиона при эффективном менеджере Игоря Ивановича Сечина, который мы с вами будем закрывать деньгами ВТБ, по сути дела, мы с вами. И при этом, когда мы берем этот хорошо изученный феномен, берем трубу, что западного потока, что восточного, какого угодно, идет труба, доходит до границы Российской Федерации и начинает стоить в 3 раза дешевле за погодный километр. Ровно в 3 раза. Точно та же самая труба, та же диаметр по территории Германии стоит в 3 раза дешевле, чем по территории России. То есть, если считать, что на этих закупках воруется треть, то это уже половина бюджета Российской Федерации. На самом деле мы видим, что по отдельным видам, особенно по строительным контрактам, воруется не треть, а и 70% легко откат можно достигать. То есть первый ответ на вопрос, где взять деньги, это, безусловно, победа над коррупцией, поэтому мы не уделяем столько внимания. Она позволит дофинансировать социалку, образование, здравоохранение, довести уровень их дофинансирования до среднего по странам ОСН. Второе, и здесь отчасти вы правы, наша страна находится на первом месте в мире. На первом месте в мире вообще. Не по странам ОСР, а вообще, то есть включая Бруней и Катар, да, где там есть шейхи, которые все. По уровню имущественного расслоения, да, по коэффициенту Джини, по разнице в доходах и имуществе между 10% самых бедных и самых богатых. Да, у нас 1% контролирует 84% национального богатства. Такого нет в мире больше нигде. Поэтому в нашей программе записаны вещи, за которые нас много критикуют, которые многим кажутся там неправильными, но мы считаем там фундаментально важным. Это компенсационный налог на итоги залоговых аукционов и налогообложение нормальное для сливых предприятий, для сливых олигархов. То есть мы не имеем ничего против богатых людей, мы не имеем ничего против людей, которые там честно работают, строят предприятия и там зарабатывают сами, дают зарабатывать другим. Да, у нас нет никаких вопросов там к Аркадию Воложу, который своими руками сделал Яндекс, или там Сергею Галицкому, который своими руками сделал Магнит. Они все большие молодцы. Но люди, которые получили там советские заводы или месторождения на залоговых аукционах за копейки по коррупционным схемам, и на этом нажили какие-то адские миллиарды, окей, мы не хотим их раскулачить и сослать в Сибирь, но мы считаем, что надо обложить их серьезными налогами и существенную часть этих денег со справедливо распределить. Это делалось вполне в рыночных экономиках. Великобритания при Тэтчер принимала такой windfall tax, то есть дословно налог на то, что ветром принесло. На случайное нерыночное обогащение. На сырьевых олигархов, и это нормально все проходило. То есть вы видите Россию какой впереди? Хай. dvhub.ru